Now watch me whip. Kill it. Now watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Why me do now it? Now watch me whip. Kill it. Watch me, nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay. Can you do now it? Now watch me. Ooh, watch yeah. me. Watch me. Ooh, watch yeah. me. Watch me. Ooh, watch yeah. me. Watch me. Watch me. Ooh. Okay. Ooh. Всем привет, с вами я, Александр Романов, это Party Vision, и мы, как всегда, находимся в центре самых значимых событий вашего города. Сегодня мы присутствуем на открытии замечательного клуба под названием Аура. Город Тверь, Аура. Посмотрим, как здесь отдыхают, что выпивают, и узнаем вообще, есть ли Тверь в Твери. Повернись, покажи. И что? Мне казалось вообще, что ты женщина-кошка сегодня. Это будет в следующий раз. Прямо из танцпола технического руководителя Олега. Олеж, расскажи, пожалуйста, что ждать от Ауры в ближайшее время? От Ауры можно ожидать многого. Будет весело, я думаю, будет сердито. И, собственно говоря, будет много народу, будет постоянно разноплановые интересные вечеринки. Добро, весело, хорошая музон, добрые люди, веселые люди. Аура должна быть добрая, энергичная и немножечко бешеная. Много алкоголя. Нет. И не пьющие. И хорошая компания. Так много народу танцует под твою музыку вообще. А как тебе это удается? О, Господи, это особенное место. Здесь не обязательно танцевать, здесь главное думать. Это... Это Ницше. Сегодня диджей Львов и диджей Винни, который прямо сейчас за пультом делает жарко, делает страстно. Винни, дай 5. Красавец знает, как делать красиво, музыкально, сексуально, странно. Странно говорю, страстно, конечно же. Арт-директор этого заведения. Артем, расскажи. Вы вообще не правы, это никакой не ночной клуб. Это дом ярких событий и тому подтверждение наши ярчайшие гости, звезды и диджеи. Приглашаем всех и каждого ощутить ауру на себе, наш логотип вместе с нашим заведением и вместе с нашим интересом, с нашей интересностью будут расти с каждым днем, расширяться.
В этом помогут нам гости, в этом помогут нам артисты, звезды. Party Vision, он же уже помог, он уже приехал открыть это заведение вместе с нами. Спасибо всем, кто пришел, и еще одно такое доброе слово, пожалуйста, приходите к нам еще.